Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Аденома предстательной железы – крайне неприятное заболевание. К сожалению, шансы столкнуться с ней весьма высоки. Аденома предстательной железы является одной из распространенных мужских заболеваний. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». Насколько опасно это заболевание, как ее лечить? Есть ли способ свести риск заболеть им к минимуму? Об этом расскажут квалифицированные специалисты 4-й клиники города Алматы. Не переключайтесь, будьте с нами. Начнем традиционно с клиники. Все начинается с приемного отделения. Работа кипит во всех смыслах этого слова. Ни минуты покоя людям, стоящим на страже нашего здоровья. Сегодня тему нашей передачи мы будем разбирать с высококвалифицированными специалистами-урологами. Они нам расскажут все о крайне деликатной теме, касающейся мужского здоровья. Но прежде чем затронуть тему аденомы, давайте разберемся с предстательной железой, какую функцию она выполняет. Предстательная железа – это мужской орган, имеющий форму перевернутой трапеции. Располагается она в области малого таза, к низу от мочевого пузыря, между передним отделом мочевой диафрагмы и передней стенкой конечной части пищеварительного тракта. Предстательная железа частично охватывает семявыбрасывающие протоки и мочеиспускательный канал. Это непарный орган с эластичной консистенцией, состоящий из железистых и мышечных клеток. Именно с этим органом связаны такие патологии, как простатит и аденома простаты. Все говорим, ДГПЖ – это доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Это доброкачественное образование простаты. В простате образуются маленькие узелки, которые растет и сдавливает мочеиспускательный канал. Последствия сдавления мочеиспускательного канала нарушают мочеиспускание. Это заболевание непрерывно связано с возрастом. Особенно пациентов беспокоит это после 40. Заболевание, в этом заболевании не секретируется предстательная железа, а уже наполняется фиброзно-мышечной тканью предстательной железы. Фиброзная ткань – разновидность соединительной ткани, которая обладает относительно высокой прочностью на растяжение. Она состоит из коллагеновых и упругих волокон. Чаще всего из такой ткани состоят связки и сухожилия. Какие причины возникновения существуют? Она очень многофакторная. Это связано, может, от питания, гипертоническая болезнь, когда давление у нас скачет выше, гипергликемия по-научному, то есть в сахарном диабете может развиться. Когда тестостерон в организме уровень снижается, это тоже один из факторов. И ожирение всех стадий. Также частые хронические простатиты. Железистая ткань может трансформироваться в фиброзную мышечную ткань. Эти факторы тоже могут послужить причиной возникновения. Волей-неволей задаешься вопросом о признаках и симптомах аденомы предстательной железы. Да, мы по симптоматике, то есть по жалобам пациента, мы разделяем аденому на 4 стадии. То есть первая стадия, когда идет компенсация, когда у пациента идет частое мочеиспускание, особенно ночью, даже струя вялая, это уже признаки аденомы мы подозреваем. При влиянии таких факторов, как пряная пища, алкоголь, переохлаждение, предстательная железа воспаляется еще больше. И уже при аденоме предстательной железы второй степени может возникнуть задержка мочи. Причина – перекрытие протока аденомы простаты второй степени. Третьей стадии мы говорим декомпенсация. В декомпенсации здесь идет не только остаточная моча и затрудненная мочеиспускание. Здесь подключается дополнительная работа почки, тоже страдает. Где застой,
уже почка свою функцию нарушает. Иногда бывает, что развивается недостаточность почечной недостаточность. Конечно, четвертая стадия – это уже продолжение третьей стадии. Здесь уже симптоматика более, так сказать, острее и тяжело протекает. Уже сухость, недомогание, энцефалопатии. И даже когда пациент разговаривает, изо рта уже чувствуется запах мочи. Аденома простаты протекает очень болезненно, оставляя большие отпечатки не только на физическом, но и психологическом, эмоциональном фоне. Как мы поняли, заболевание грозное, уносящее за собой мужское здоровье и силу. Впоследствии, если мы не своевременно обратились к урологу и вовремя не начали лечение, беды не избежать. Аденома предстательной железы может обернуться тяжелейшими осложнениями. Осложнения бывают, это острая задержка мочи. При неполном упражнении мочепузыря образуются мочекаменные болезни. Уретрогидронефрозы развиваются, гематурия может быть, и хроническая почечная недостаточность. У пациента страдает качество жизни, нервозность, психические отклонения. Может даже развиться у нас уросепсис, то есть это по-научному, когда в организме уже не только с мочой остаются у нас инфекции. Инфекции вызывают уросепсис. То есть это может даже летальным исходом закончиться. Хронический простатит у больных с аденомой простаты иногда сопровождается развитием плотных узлов, которые легко смешать с раковыми очагами. Такие узлы воспалительного происхождения обычно множественны и исчезают при соответствующем лечении. В других случаях простатит проявляется упорными, более или менее обильными выделениями из уретры, которые поддерживаются наличием аденомы и исчезают лишь после удаления ее. Также аденома предстательной железы может перерасти в рак, что крайне опасно. Конечно, мы можем это предварительно диагностировать с помощью МРТ, с помощью обычных, так сказать, маркеров, взять простатоспецифический антиген, где мы определяем уровень ПСА, специального антигена, то есть это маркер рака предстательной железы. Уже диагностируем, при необходимости выставляем этот диагноз и перенаправляем уже в специализированные центры, то есть онкологический уровень. Диагностика аденомы предстательной железы в большинстве случаев не вызывает трудностей. При первичном осмотре учитываются характерные жалобы мужчины, проводится пальцевое ректальное исследование предстательной железы. Для уточнения диагноза, а также определения размеров аденомы и степени нарушения мочеиспускания используются ультразвуковое исследование и урофлоуметрия. Иногда используются также рентгенологические методы исследования, которые позволяют оценить влияние увеличенной простаты на верхние мочевыводящие пути. При необходимости для исключения заболеваний уретры и мочевого пузыря, имеющих похожие симптомы, а также при подготовке к хирургическому лечению, применяется цистокопия, осмотр мочеиспускательного канала и мочевого пузыря с помощью специального инструмента. Лишь после тщательно проведенной диагностики врачи назначают каждому пациенту индивидуальный метод лечения. Ингибиторы альфа-5 редуктазы, где у нас возможно уменьшение самой железы. За счет этого у нас улучшается отток мочи. Еще есть у нас альфа-блокаторы, где у нас гладкомышечной мускулатуре мы действуем. Здесь тоже можем улучшить качество жизни. Да, иногда бывает, что мы выставляем показания к оперативному лечению, то есть это
нашей клинике делаем биполярную трансуретральную резекцию аденомы. Это является золотым стандартом эндоурологии. Иногда бывает, что пациенты себя после трансуретральной резекции аденомы предстательной железы чувствуют намного лучше. Даже иногда у пациентов эректильная дисфункция исчезает. Профилактика аденомы простаты – это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний. На сегодняшний день подтвержденных данных о профилактике аденомы предстательной железы не существует. К факторам риска относятся все состояния, вызывающие застой крови в области таза, а также заболевания у мужчин, в первую очередь мочеполовой системы. Особое значение имеет раннее выявление и лечение простатита у мужчин, так как даже после ликвидации патогенных микробов, вызвавших заболевание, воспалительный фон в предстательной железе сохраняется достаточно долго. Профилактика, то есть когда у нас идет хронические простатиты, ну, молодых, так сказать, надо посещать урологов. То есть динамику надо смотреть, УЗИ делать, остаточная моча есть, насколько остаточной мочи есть, подлечивать это дело антибиотиками, специальными растительными средствами, растительными свечками. Конечно, я, как говорил, аденома предстательной железы многофакторно. Вот эти факторы, именно, которые я уже предыдущие сказал, это за рационом надо следить, не допускать ожирения, за давлением следить, за сахаром в крови следить. Физически надо обследоваться по поводу тестостерона. Сколько у нас в организме тестостерон присутствует? После консервативного лечения нашим всем пациентам настоятельно рекомендую посещать своего уролога, который лечил, чтобы динамика наблюдать за предстательной железы. Аденома предстательной железы представляет собой огромную угрозу всему мужскому населению планеты, включая нас с вами, дорогие наши мужчины. Вы хотите стать причиной сохранности здоровья будущего поколения? Тогда будьте бдительны, следите за своим здоровьем, а самое главное, своевременно обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!